Я взгляду комментариев не даю. Извините. Ну, не взгляду, а населению. Населению? У меня есть другой доступ к информации до него. Ну, вот про тротуары не хотите прокомментировать ситуацию с ремонтом, как он ведется? Нет. Вот ситуация с тротуарами. Нас их сейчас делают. Вы как? Сейчас все слышите по этому поводу. Что, зачем? Ну, вот председатель комиссии, председатель рабочей группы. Поэтому на комиссии сейчас все будет сказано, что у нас с тротуарами, как они ремонтируются, как будут ремонтироваться дальше. То есть вы отказываетесь с нами общаться? Да. Может быть, вы не владеете предметом сегодняшней дискуссии, поэтому... Все, я закончил общение с вами. Хорошо. Владимир Владимирович, можно вам несколько вопросов задать? Нет, я сейчас тороплюсь. Пожалуйста, я несколько раз комиссии не стоял. А в чем причина, Владимир Владимирович? Нет, я сказал, что я не буду вам давать никаких комментариев. У вас есть издатель, он за меня все прекрасно говорит. За вас? Да. Я думал, у вас есть свое мнение. Вот в 2011 году вы его проявляли на митингах. Я сказал, что не буду вам говорить ничего. Антипутинские лозунги вы поддерживали. Потом вступили в Единую Россию. Не мешайте мне работать. Так ваша политическая ориентация изменилась. С кем это связано? Моя политическая ориентация никогда не меняется. Не меняется? Нет. То есть вы по-прежнему поддерживаете идеи 2011 года? Я все сказал, не мешайте мне. Чему? Вадим, не хочу. Чему? Вы что, не хотите общаться с прессой? С вами, да. Вадим Владимирович, можно я короткий вопрос? Я не буду вам отвечать. Ну вы же секретарь Союза журналистов. Сам журналист, издатель, Вадим Владимирович. Я вот с вами разговариваю. Почему? Вы же секретарь Союза журналистов России. Считаю, что мое дело. Что вы считаете? Это мое дело, то, что я считаю. Ваше дело? На федеральные средства ведется ремонт трассы Сызрань-Саратов-Волгоград. Что можно сказать по этому объекту? Какой-то участок известно ли отремонтирован? Какой план на этот год какого-то участка? И о какой сумме финансирования идет речь? Что можно сказать по этому поводу? Ну, по этой трассе, честно говоря, не знаю данных. А можно узнать по цифрам, какая общая протяженность дорог Саратовской области, сколько из них имеет твердое покрытие и какой объем финансирования нужен на ремонт этих дорог? В целом, по цифрам. Ну, таких цифр я, конечно, не могу знать. Это скорее к министерству вопрос. Мы занимаемся контролем за конкретными дорогами, а не занимаемся статистикой. А за какими конкретными дорогами контроль? Фактически за всеми, которые находятся и в Саратове, и в области. А какая протяженность была отремонтирована в прошлом году? Опять же, это вопрос к министерству. Мы не занимаемся статистикой. И нельзя сказать, да, сколько по программе агломерации отремонтировано, да? Ну, разные же программы, да, ремонта? В смысле, в рамках программы они ремонтируются. А сколько нельзя сказать? Есть план ремонта, они ремонтируются. То есть это точно. Сколько за счет регионального бюджета, вот нельзя так разделить, и сколько за счет программы агломерации, сколько отремонтировано дорог? Ну, в процентном отношении, или там, не знаю, в метраже, там, в километраже. Сколько дает федеральный бюджет, сколько городской? Да, региональный, да. Это, опять же, вопрос к правительству, скорее, а не ко мне, к депутату.